Понедельник. День тяжелый. Да, 6-е число. Докатать до конца снеговика сил нет. Надо оставить силы на дорожку. Нас окружают свистящие рябчики. Но мы не сдались. Отряд, стройся. Закрываем смену очередную. На флаг. Смирно. Флаг. Спустить. Ту-ту-ту-ру-ту. Как по телевидению было раньше. Показывали крупным фланом. Флаг поднимается у нас. А у нас опускается. Вот, все помогают. На. Скручивай, сворачивай. Ту-ту-ту-ту-ру-ту. Да, это у нас знаменная группа в количестве 3 человек. Один снимает. Фактически на видео и снимает флаг. Древка, все. Смена закрыта, садимся на дорожку и едем потихонечку домой. Вот у нас тут дровишки. Это все. И тут дровишки. Вот. Это у нас лампочка Ильича. Лампочку надо, наверное, разобрать тоже будет. Так. Так, музыка у нас народная. Но мне еще надо записать летопись. Журнал заполнен. Присели на дорожку. Все, закончилась наша поездка. Вот. Такая коротенькая, но насыщенная. Насыщенная. Дрова, рыбалка, еще рыбалка. Чинили чужую технику, но не воспользовались. Да, покатались по лесу, постреляли из ружья. Ну как ружья? В духовке. Так, что еще? Дров накололи, но это уже сказал. Так, ну все. Я думаю, что в этом-то году уже точно, наверное, сюда мы не пойдем. Хотя кто его знает? Не зарекайся. Вон сидят двое, которые, блин, ну вот в любой момент... До 21 числа. Не позже. А потом? Потом уже не знаю. Как нога прирастет. Да Костя на костылях сюда прикостыляет. Ползу. Ну ладно, все. Пока. Поехали. Вот такая нынче дорога. Все растаяло. 0+. Вот. Сейчас мы уже в Павловской, Часовинской. Андрюха, где канистра? Вот туда. Направо Куликовская, налево Митина, Подволочье, озера. Ну и погода. Да, да. Все, выезжаем. Сейчас. Штурм препятствия. Эта гора что-то какая-то совсем смешная получается, не такая как по факту. Ну тыркатель-то так хорошо рычит. Ой. Аккуратнее нельзя вести, Александр, я же все-таки снимаю. Да-да-да. Не дрова везете? Ну, давай, я тебе что-нибудь скажу. Ну, давай, скажи что-нибудь, Александр. Самую страшную гору мы преодолели. Да. Теперь даже можно понижайку выключать. Вот.
Так что мы... Ну, вот,